Как религия влияет на развитие африканских государств? В эти минуты обсуждают на форуме, к дискуссии привлекли верующих разных конфессий, представленных на континенте. Модератором выступает патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид. По словам участников, подобные встречи помогают бороться с политическими манипуляциями, основанными на религиозной подоплеке. Особое внимание в рамках дискуссии уделили традиционным семейным ценностям. Многие сейчас страны, прогрессивные страны, которые видят впереди светлое свое будущее для своих детей, для своих внуков, они идут в фарватере именно традиционных, защиты традиционных семейных и нравственных ценностей. А здесь, еще раз повторяю, палитра у Российской Федерации и Русской Православной Церкви достаточно широкая. Работа религиозных общин по поддержке традиционных ценностей в современном мире была бы продуктивнее, если бы велась совместно, убеждены представители конфессий.